Здравствуйте. Меня зовут Михаил Сидаш. Я профессиональный актер театра и кино. В театре я играл гуся, кота, кенгуру и даже крысу. Но крысу не такую, а героическую. Только что я закончил съемки в кино по условиям контракта. Я не могу разглашать подробности, пока не объявят официальную премьеру и идет постпродакшн. Могу сказать лишь, что такого в истории отечественного кинематографа еще не было. Была экспедиция. Мы ездили в настоящую деревню, а там куры, козы, коровы и рукомойник. То, как существовали актеры в таких условиях.